На столичную стоматологию, после посещения которой ребенок впал в кому, подали в суд. Комитет по защите прав потребителей требует приостановить работу клиники. После нескольких проверок выяснилось, у работников были просрочены медицинские сертификаты. Пока же врачи продолжают бороться за жизнь двухлетней девочки. Она по-прежнему находится в коме. Состояние тяжелое и стабильное. Напомню, инцидент произошел в конце прошлого года. В частной клинике ребенку должны были вылечить обычный кариес, но из-за введенного препарата у девочки случился анафилактический шок. В настоящее время по добровольному заявлению данной клиники «Доктор Бро» эта деятельность приостановлена. Данная клиника до этого проверялись, мы составляли административные протоколы, дважды проверялись, и дважды вот такие случаи были. Вот так получилось, что руководство вот так разрешало работать с просроченным сертификатом.